Всем привет, с вами я, Колян, и сегодня мод, который добавит вот к этим четырем цветам древесины и еще добавит уйму цветов. Если вы любите строить дома из дерева или всякие там вот такие вот няшные штучки, то для вас есть вот такой вот мод. И еще есть мод, который я тоже скоро покажу, на стекло разноцветное, только стекла поменьше цветов. И как же нам сделать это дерево? Нам понадобится, ну, любой вид дерева. Ну, вот, у меня тут дуб. Я вам покажу 8 видов. Ой, точнее, 3 вида, извините. Вот, мы делаем как сундук, только из дуба. И любой краситель. Вот в данный момент я взял красный. И получаем, как вот порезать все эти... Так, и мне еще стало интересно, а вот так вот нельзя окрасить. Так что я еще возьму немножко дерева. А, ну хотя вы уже поняли, не буду там показывать на каждом дереве. Упс. Ну вот, желтые. И выглядит, впрочем, вот так. Вот желтый, вот такой же. Так, а вот красный. Ну, вот такой вот мод. Всем спасибо за просмотр. С вами был Колян. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока!